После начала занятий проходит где-то буквально неделя-две, вы уже перестаете бояться. Набор у нас проходит в сентябре месяце, а уже в декабре месяце для вас организовываются самые первые соревнования. Ученики 59-й школы внимательно слушают о том, как детей учат плаванию. Возможно, они тоже этим займутся. Не исключено и то, что среди ребят есть будущие чемпионы. Во дворец водного спорта «Дельфин» мальчишки и девчонки пришли в день открытых дверей. Для них организовали экскурсию по всему комплексу. В маленьком бассейне дети, которые еще не умеют плавать, тренируются, а в большом уже, когда приходишь в школу, уже можно тренироваться. Ну, если даже я куда-нибудь еду и, к примеру, мне нужно будет плавать, надо тоже иметь навык в каждом спорте. Дни открытых дверей в «Дельфине» начались только в феврале и сразу вызвали у детей интерес. По словам специалистов, многие из школьников захотели попробовать себя именно в плавании, благодаря чему недостатка в юных спортсменах нет, поэтому тренеры могут отобрать самых способных. Это показатель того, что этот вид спорта, он популярный, он, так сказать, развитый. И родители хотят отдавать своих детей в плавание, потому что это здоровье будущих поколений. Проработали мы 3 с небольшим года, у нас уже есть первые разрядники, у нас уже есть первые кандидаты мастера спорта. Дни открытых дверей будут проходить не только в очном формате. Планируется организовать и онлайн-экскурсии.